Ребят, привет всем. Вот решил записать вам новую видюшку такую по игре Тени Мордора. Я как-то играл на стриме, кто не знает, посмотрите. У меня есть она. Игра достаточно такая, прям я бы сказал, она того стоит. Слэшер, ну, по фильму можно сказать. Все будет, я думаю, прям шикарно. Хотя игра сама по себе 2014 года. Я не решался ее писать, так у меня был слабый ПК, игра очень требовательная, как бы, но она идет на одном дыхании. Я прошел первую часть, как бы. Сейчас хочу вместе с вами пройти вторую нарезками, посмотреть, зайдет вам такой контент, не зайдет. Так, Тени войны. Играть за Талиона. Победите Саурона и захватите Мордор. Начинаем. Сложность кампании. Ну. Так. Свое мастерство используйте все, что можете предложить вам система. Заклятых врагов орков хотите. Хитрее и хороший приспос. Блин. Ни хрена не вижу. Орки хитрые и хорошо приспосабливаются. Необходимо умело использовать слабости каждого противника. Избегайте смертей, не... Избежать смертей не удастся. Блин, ну... Выходец из могилы. Ну, это вообще, наверное... И тут есть самое жестокое. Брутальные враги такие же быстрые, сообразительные и смертоносные, как на уровне сложности. Выходец из могилы. Но так. Наносимый вам урон нет. Ну, я думаю, я не потяну такое. Давайте попробуем на заклятый враг. Заклятый враг, я думаю, блин, попробую. Возможно, я изменю сложность. Посмотрите, какие здесь красивые. Вообще, вот как игра оптимизирована хорошо, как она сделана. Это просто нечто. Так, ранее. Ее не перевели на русский язык. Если буду успевать, то буду читать вам. Когда-то у меня была семья. Жена. И сын. Это предыстория. Я похоронил их там туда-сюда. Я мертв. Что со мной произошло? Это он все... Поищите у меня на канале. Так. Смерть отринула тебя. Ты застрял между мирами. Ему говорят. Моя жизнь и твоя. Кто ты, призрак? Я изменил историю Средиземья. Я выкопал кольцо власти. Это предыстория самого кольца. Того, кто выковал его. Саурон обманул меня и заставил сделать кольцо. Он пытал тебя и твой народ. Возможно, именно эта боль объединяет нас. Я должен, мать его, за ногу надрать ему жопу. Так, и вот тут вот начинается вот это вот все. Не ты один, там тудым-сюдым. Победить Саурона. Настоящее время для нового кольца. Какое-то они кольцо там. Так, новое кольцо. Пролог. Сложность стоит жопошная. Поэтому сейчас я, наверное, буду нервничать, бомбить. Мир людей приходит. Конец миру людей. Я видела это. Я ощутила это. Бать его за ногу, раковая гора. Следопыт и призрак связаны воедино.
Они могут бросить вызов Саурону. Кольцо власти, мать твою. Так. И даже самый что-то, да. Короче, мы какую-то херню там замутили. Сделали кольцо. Калибримор. Такое имя вообще у него жопошное, конечно. Смерть вновь взывает к тебе. Отридишь ли ты ее? А, нет, откликнешься ли ты на ее зов? Так, ну ладно, что там? Я надеюсь, механики останутся те же, но твою мать... Ой. Талион, какая красота, где ты это дошел? У меня еще остались друзья в Гондоре. Не путайте с Гондоном, кстати, вот здесь так все иногда. Так, я не успеваю ни хрена читать, шрифт мелкий. Нужно уходить отсюда, мы уже уйти прямо сейчас. Ты опоздал, мы уже мертвы. О, мать твою за ногу. Так, ну что там начнется уже? Нет, сцены, конечно, кат-сцены красивые очень. Они выковали вдвоем с призраком кольцо теперь, получается. Очнись, Талион. Очнись. Хадыш. Твою за ногу. Призрак взывает к тебе. Я взываю к тебе. Кольцо уже с ним разговаривает. Призрак, где ты? Так, посмотрим, боевая механика изменилась или нет. Но, блин, как все-таки она сделана красиво. Хотя игра 2014 года. Просто посмотрите на саму игру. Это нечто. Он ждет тебя. Он зовет тебя по имени. Талион. Талион. Талион из из Гондора, то есть, да. Хотел сказать по-другому, но ладно, не буду. Итак, мы идем по какой-то пещере. Надо было все-таки среднюю сложность выбрать. Я чувствую, сейчас я буду материться. Так, я найду тебя. Найдите Калибримора. Shift, погнали. Я помню механики. Так. Есть. Это означает, что орки вас видят или не видят. Ну да. По предыдущей игре я помню механики некоторые, но надо будет вспомнить. Так, кто-то меня спалил. Там снизу есть урки. И тут есть урки. Следопыт. Как оно сделано, смотрите. Просто вот атмосфера, звук вот этот. Вот. Так, мы можем слезть, нажав Е. Красиво очень сделано, очень красиво, мне нравится. Так, идем сюда, вон еще один урк. Нас постоянно зовет призрак. Потом я вам покажу, как механики вообще. Есть, мы забрали еще одного орка. Мы должны ее одолеть. Мы кого-то должны одолеть здесь. Там есть еще орки, да? Так, сейчас я... Блин, ну звуки настолько атмосферные. Я сейчас сделаю общую громкость. Погромче немножко. Мне очень нравится. Предметы, параметры. Нужен звук. Да.
Так, армия, задание. Так, shift. Идем потихонечку. Вот один ходит там. Один стоит. Вот он. Ты ищешь призрака. Мне шепчут, да? Чуть-чуть расчлененочки. Его сейчас по любасу найдут. Так, иди, иди. А, видит он его, нет? Этого орка. Не знаю. Ладно, пошли. Блин, не хотелось бы поднимать кипиш тут. Так. Опа. Скорее всего, мне придется очень осторожно здесь играть, потому что я выставил сложность. Кто-то меня постоянно палит, а вот он. Лучник стоит подо мной. Под нами есть лучник, да? Нам надо как-то слезть. Опа! Есть. Жестко. Просто жестко. Добавлена новая механика. Вы видели? Прям как он это сделал. Игра сделана ну просто шикарнейшим образом. Почему я ее не купил до этого, я не знаю. Она была у меня давно в библиотеке. Мне нужно было ее пройти. Трупики стали оставаться. Это уже радует. Так, кто меня постоянно палит, твою за ногу, а? Где-то на верхотуре есть какой-то майонезный шлепок, который меня постоянно палит. Пойдем посмотрим, кто именно это делает. Так. Мне надо вон туда пройти, да? Ладно, сейчас мы положим. Ой-ой-ой. Это какой-то пролаг был. Я где-то там. Чик-чик. Вроде спалил, а вроде и не спалил, да? Вроде спалил, а вроде и не спалил. Что, он увидит меня, нет? Взяли мы этого урка тоже. Это хорошо. Так, здесь что у нас? Там лучник. Что мне понравилось в первой части? Там не было гринда, например. Необходимости там что-то. Похрен знает. Так, полезет, не полезет, полезет. Сюда мы тебя сейчас положим тебя. Да кто опять? Наверху есть урк, да? Он нас спалил. Блин, выйти подраться с ними открытую. Блин, меня же так наколпашит. Тем более призрака со мной нет.
Призрака со мной нет, поэтому как бы драться в открытую не получится, я думаю. Так. Кто меня спалил? Мы пойдем сюда. Нажмите пробел, чтобы бежать. О, пауки. Твою мать, здесь появились пауки. И походу это что-то сейчас будет. Мне придется с кем-то драться. Угу. А, вот это, по-моему, есть это, скажи. Дава Шеллоп. Паучиха из фильма. Но она, наверное, скорее всего, не паучиха, а какая-то такая прям демоница. Посмотрите, она смогла поймать призрака. Что с тобой сделали? Калибримор. Пауки не отказываются от добычи, она говорит. Да, это Шеллоп. Скорее всего, это Шеллоп. Вот она принимает обличие другое, да? Чик. Я позвала тебя сюда, чё-то. Ты, наверное, мне чё-то. Ты вернешь его мне немедленно. Вот она его раз так давит, короче, да? А ты смел для человека. Но мечом ты должен будешь его спасти. И что ты на что ты готов пойти? На какие жертвы? Я уже отдал все, что имел. Не все, еще нет. Диалоги, конечно, прикольные тут. Колечко у нас засветилось, тебе нужно кольцо. Ты отдашь мне кольцо в обмен на призрака? Я займу место рядом с ним, в твоем че... Я Шел, да, это Шеллоп. Ё-мо, я ж говорил. Я говорю только правду. Я была на твоем месте. Талион, нет. Так, мы отдаем кольцо, которое выковали. Так, держи свою добычу. Так. Что-то. Ты впечатлил следопыт видом, оно тебе не безразличен. Иди же к своей что-то там. Угу. Так, нам отдают призрака. Мы выковали кольцо, но мать твою, мы его отдали. Если сила огромна, тебе ее отдать еще и мою. Я вложил это кольцо в свое естество. Значит, нужно его вернуть. Так. Теперь мы вызываем Шеллоп, да, на драку? Война, на которую ты явился, не твоя. Кольцо утеряно. Обрати свой взор на Минас Тирит и на Властелина Саурона. Найди Плантию. Саурон не оставит пока что-то. Все Средиземье. Палантир необходимо защитить.
Нас отжали кольцо, короче, и сказали найти палантир. А Шеллоп с нашим кольцом свалила. А Минос и Тель, я должен выяснить, правду ли видела Шеллоп. Так. Набирайте мощь, чтобы применить такой полезный навык, как казнь и эльфийский свет. Угу. Казнь, да, эльфийский свет, да. Ладно, чё. Придется вспомнить. Осада Минос и Теля. The spider showed us the truth. Паучиха не соврала. Последний оплот Гондора. Ну, которого мы вначале сам опутали с Гондоном. А вот оказывается еще и Гондор. Тут идет бойня, да? Все воюют. Тени войны Средиземья. Наша цель — палантир. Нужно забрать его, пока он не достался Саурону. Иначе его армия будет непобедима. Я не допущу, чтобы их перебили, как моих братьев. Что-то делать там, капитанов, и выигрывать немного времени. Могут выяснить нас, да, к палантиру там, тудым-сюдым, короче. Так, найти сведения о командире орков. Так, удерживайте пробел и двигайтесь краю, чтобы спрыгнуть с любой высоты. Падение не причинит вам вреда. Так, здесь есть сведения. Я забыл только, как нам нужно это дело все клеймить. Ага, удерживайте Е, чтобы допросить. Только я забыл, как захватывать. По-моему, вот так. Удерживайте Е, чтобы допросить червя. Как он захватывал в этом положении? Вот я не помню ни хрена. Ну, убили нахрен этого червя. Завалили, да? Это хреново. Убивать нельзя было. Хучит! Так. Блин, чуть заметил, уже сразу идет искать, да, тварь? Нас опять кто-то спалил. Уходим опять. Так, вот там есть червь. Нам надо как-то его допросить. Кто-то здесь болтает.
Don't worry, there'll be plenty. Угу. Кто-то нас спалил. He's dead. Better look for who. Ага. Так, е. Ой-ой-ой. Ладно, подеремся, чё. Я забыл игру. Как я добивал, не помню. Казнь применял как-то. Я убил, короче, червя. Одного и другого. И это хреново. Там есть еще один. Как нам это сделать? Так, удерживайте Е. Так, пробел. Так, это что? Captain Lin Sir is in a lower city, then he will go no further. Так, мы. Блин, ну немножко поменялось, конечно. Нужно все настроить, по-моему, мы. Как-то ни хрена неудобно стало это делать. Поменяли расположение кнопок. Какого-то хрена. А он сразу проникает в этот, да? В его разум. Ничего себе, здесь еще живы назгулы. Да, это вообще как-то. Так. Подробности. Это где? Это вот тут вот есть у нас, да? Сведения. Какой он, шлепок майонезный, да? В этом задании вы не можете менять цель. Ну ладно, ладно. Хотя бы сейчас спросим. На, нахрен. Башка отпала у него. Так, урки есть? Есть у нас урки поблизости. Нам надо проверить навыки. Я зайду сейчас, задание, армия, персонажи, предметы. Так, персонаж, бой. Тут все закрыто. Улучшение. Так, возмездие это у нас. Очков навыка 0 у нас пока что, да? Блин, хреново. Так. Разбой. В принципе. Так. Активный навык. Чтобы восстановить запасы здоровья, вытягивая жизнь из орков. В принципе, нормально так. Казнь. Мы не можем пока, да, этот навык. Ну ладно. У вас уровень очень маленький. Так, предметы. А почему не выбирается? Пока закрыто задание, пока закрыто, да? Горизонт. Функция недоступна. Вы не можете выйти в игру. Пока участвуете в задании.
Вот оно как. Вот как все сделали у нас. Ладно, пойдем. Будем, короче, тут расться. Можем, конечно, и подраться, в принципе, но похрену чё. Воткнули мы ему ботву, да? Так, а мы не узнали ни хрена про... Так, та-та-та-та-та-та-та, армия. Нам же нужно узнать вот сведения на X. Что нам нужно знать? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, неуязвим к обстрелу. Огнестойкий. Ядостойкий. Неуязвим к зверям. Так. Командир. Так. Его ошеломляют скрытые атаки. Казнь наносит ему больше урона. У нас казнь ни хрена не вкачана. Тут вот прям. Внезапные атаки, да, его? Пойдем, че, атакуем его внезапно. Вместе с его бригадой тут они стоят. Так, что здесь есть? Можем положить, в принципе, так. Он вылез из могилы, я думал, он умер. Он умер! Талиан лук. Так, и что у нас с луком? Так, режим дальнего боя. Чтобы целиться из лука, удерживайте. Чтобы усилить выстрел для больше, удерживайте. Отпустите, чтобы выстрелить. Понятно. Так, ладно, замахали пока что так, не очень красиво, но замахали, да? Так, осмотреть подсказку. Посмотрим. Так, исследовать. Следую. Замедлить движение, приблизить. Угу. Ни хрена ж себе исследовали. Конечно, механику поменяли немножко. Стрелы взялись автоматически. У меня 5 стрел, да? Угу. Так, здесь урки. Они, да? И тут. А раньше бочки с гробом взрывались. Вот оно есть. Идите по следу командира урков. Пойдем по следу командира урков. Так, пополним стрелы эльфийские. Угу. Вот здесь мы взорвали урков. Уркоганчиков. Идем дальше. Тихо.
Так, тихо. Рыбьята, тихо. Мне нужен командир урков и все. Так, нажмите вы, чтобы перейти в мир призрака. Ага, я перешел в мир призрака. Чтобы опознать его, нажать X, да? Ага, вон он. Вот он, да? Хорза, дитя битвы. Твою мать, что им, блядь, за имена придумали? Ладно. Его ошеломляют скрытые атаки. Надо, значит, подкрасться к нему. И напасть на него скрыто. Так он неуязвим, да? Блин, он где-то в здании? Ни хрена ж себе. А как я к нему подкрадусь? Здесь кругом урки. Оу, щит! Жесть, жесть, как я... Я каким-то хером свалил оттуда, короче. Так, четвертый отряд построится. Ваша задача отыскать видящий камень. Что-то, короче. Это Гондор, а не Гондон, и он выговорит. Ладно. Так уж и быть. Я думал, он говорит, да Гондоры вы все. Он, оказывается, не так говорит. Так, мне нужно вот туда наверх попасть, чтобы использовать скрытое добивание. Опа-на. Опа-на. Вот так вот мы идем сюда. Угу. Так. Угу. Так как мы играем на режиме сложности, таком прям жестком, то я думаю, что интересно, он подсветится с этой высоты. Подсветится, нет? Так. Подсветился. Хопа! О, чё за нахрен? Тормози. Так, опознать. Мы его опознали, да? Хорза. Ну, в принципе, он нам и нужен, но... Твою мать. Какой-то пацан еще с нами тут машется, да? Опа. Жалко, нет добивания. Я бы, блин. Ай-яй-яй-яй, как мне. По горбушке-то досталось, мать твою. Да. Блин, хотел вам показать что-нибудь красивое. Взять снаряжение. Так, чтобы... Ага, побеждать капитанов, тудым-сюдым. Выкинуть мощью предмет. Ваше снаряжение находится в меню предметы. Я понял. Нажмите Б. Мы нажимаем Б. Блин, в самый ответственный момент, твою мать. И... Вот так вот, да, у нас? Ладно. Так, предметы. У нас меч есть. Это у нас кинжал. Это у нас лук. Это у нас, ничего себе, добавили броню и... Это что нахрен? А, и плащ, плащ, да? Снаряжение.
Уровень 2. Урон в ближнем бою. Рахиримский меч заменить. Так. Взяли какой-то рахиримский меч. Пока нет предметов. Урон скрытой атаки. Задание персонаж. У нас выросла XP, но по-прежнему нет казни. Не можем открыть казнь. Сейчас было бы прям вот неплохо вам показать. Ага, и чё это за пацан здесь был? Why are you out here alone? А, это девушка, почему-то одна. Ночью мой отряд угодил в засаду. Сколько вас было? Недостаточно. Блин, зависло в самый ответственный момент, когда вот он красиво добивает капитана. Очень, конечно. Хрена вас-то. We need to get up there as fast as we can. We'll be right behind you. Иди, я за тобой. Постой. What is your name? Как тебя зовут? Идриэль. Ее зовут Дриэль. Или Идриэль. Не останавливайся, Талиат. Мы сегодня потеряли много хороших бойцов. А, так, следовать. Ты слышишь, следопыт, они закрывают ворота. Мать твою, Аризак, сержант там что-то натворил, короче. Твою мать, сраный сержант, походу он опять обкурился и закрывает нахрен ворота. Бегим. Так, зачистить территорию, чтобы спасти кого-то там. Опа! Мочить урков. Мочить сраных урков. Хадж, хаба, хадж, хоп, хадж, хаба, хадж, на, хадж, 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 шпок, на, твою мать. Так, а? Где урки? Стой, сука. Стой, на, в спину, падаль. Так, куда идти? А ну стой, блядь, где этот Галадриэль, блядь, или кто он там, Эдриэль? Иди сюда. Зачистить ворота. Воу-воу, ну давай, эй, ты чё, блядь, по веткам тут прыгаешь. Так, погнали. Идем следить за дрелью, короче. Надо нам следить за дрелью, пацаны. Я вам честно говорю, а то сержант натворил какой-то хрени, короче. Хадж, хаба! Блин, я как-то раньше их захватывал. Как их, мать его, добивать на земле? Я не помню. Как-то он... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Слезь, ёпти медь! Ёпарасоте. Эй, друг, ну слезь, я тебя очень прошу. Ну что ж ты как полупедик, блядь, себя ведешь? Беги. Хадж, погнали. Бегим, быстрее бегим. Так, мы несемся такие. Да твою ж мать, ну что ж вы делаете, пацаны? Ну уровень сложности-то высокий. Ну ё-моё, ты. Галадриэль там, все дела, Идриэль там. Все бегут, Эльдар бегит, Магомед бегит, все бегут. Я тебе говорю. Так, лови его. Стой, падаль, тварь, вонючка. Где? Кусок говна, бать твою. Ты до кого писёту? Ты до кого свой длинный теребонкол здесь настаиваешь? Так, дальше. Зачисти территорию. Погнали, чё, смотрите, урки на индейцев похожи. На, тварь, на, опа, на. Хадж, держи, урка, на. Я его, короче, кувалдой добил. На.
Move out! Какие-то урки поперли, вообще злостные. Ай, блядь, по спине, твою мать, а ты посмотри. Ты поглянь, что он сделал, тварь вонючая, а. Все-таки стукнул меня по спине чем-то. Скорее, следопед! Faster Ranger! Ой-ой-ой-ой, ну я ж фастер, ё-моё, парни. Давайте вон. Дрель, перфоратор, побегали все, быстрей. Шуруповерт с нами. И дрель. Так, мы куда-то прибежали, короче. Во! Жестко, кат-сцены просто четкие. Нормально так он. Ботву снес ему. Ага, ворота закрываются. Быстрей, давай за решетку, давай! Что ты делаешь? Я скоро буду. Идите. Пусть лучники его прикроют. Сука, какого хера я остался за воротами? Пока не появится глифа, отпустите, чтобы нанести мощный разящий удар. Так. Нормально я так их поломал тут, чё? Хера, это жопа загорелась. Так, возвращайтесь к воротам. Мы заставим их заплатить кровью, но боюсь, чё-то. Значит, судьба наша решится здесь. Вир, так, чё, внутренняя стена самая крепкая. Да уркам похрен, они обожрались чефиру. Наш наряд все отразит. Так, ну кое-что там, чё-то. Да, было. Чё-то у них было, короче, они молчат об этом. Иди в большой зал, собери пацанов. Мое место здесь. Проследи за тем, чтобы они немного не бухали. Это приказ? Да, это приказ. И скажи сержанту, чтобы он, сука, больше не закрывал ворота. Да, это приказ. Будет исполнено. Мы, японские самураи, вообще все можем. Так, короче, она ушла, и вот тут пришел следопыт из четырех врат. Мне говорили, вы все погибли. Так и есть. Если ты пришел сразиться за Минос и Тель, следопыт, я не собираюсь вступать в вашу армию. Я пришел за палантиром, защитить город и палантир, чудо. Впрочем, наш отряд вернут туда-сюда в город. Все дела. Вы хотите посеять ужас в рядах врагов? Да, пора им познать страх. Войско построено, господин. Так, задание выполнено. Нам дали XP. Получено очко навыка. И мы, конечно же, возьмем казнь. Это так, очки навыков вы можете использовать. Нажмите Б. Мы возьмем казнь. Не надо нам бег. Зачем нам бег, твою мать? Нужна казнь. Так.
какого хрена мы не можем? Почему не можем выбрать казнь? Эльфийская прыть. Ну нахрена мне ваша эльфийская прыть? Сука, я хотел казнь. Так, ладно, 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 хватит. They give him sight, not without the Palantir. Для этого нам нужен Палантир. Все понятно, для чего вам нужен Палантир. Вот так, ладно, поехали. Обновление фоторежима. Понял. Так, ребят, мне нахрен не нужен ваш фоторежим. Персонаж, задание, армия, персонаж. Блин, я хотел прокачать казнь. Для чего с... Мне какую-то сраную эльфийскую прыть прокачали. Для продолжения нажмите левый shift. Пробел. Блин. Да уж. Ладно, ребят, вот такое видео у нас сейчас. Еще пару минуточек. Блин, боевка без казни не очень. Удерживать Е, чтобы допросить червя о слабостях капитана. Ну это хрен с ним. 100 очков чего-то там нам дали. Где там? Что нужно удерживать? Так. А? А, башня, да, я забыл. Нам надо попасть на башню. Игра сделана хорошо, конечно, но, блин, немножко нудновато, что я прокачиваюсь так, как хотят они, а не как хочу я. Вот это, конечно, это минус, я считаю. Эта башня дарует нам здание, знание там или еще что-то. Все, мать твою. Мы что-то замутили, короче. О, нихера себе, мы можем вот так смотреть. Пульнуть мы не можем из пулемета никого. Позволяет находить давно позабытые воспоминания о прошлом. Мордора. Смотрите окружающий, чтобы найти могильник. Где, мать твою, у нас могильник? Никто не видел могильник? Так, так, так. Угу. Вот оно как работает. Мы можем тут все осматривать, да? Это наш такой глаз. Вот оно как. Могильник, этот город, что-то, что-то там. Так, ладно, давай, погнали, хватит. Тени прошлого, чтобы очистить. Так, очистить, зачистить. Нам нужно что-то зачистить, короче. Ой, мать твою, вам я ногу не сломаю? Да нет, вроде не сломал. Так, там что-то мы отметим. Ой, блин, ты чё? Эй, стой, стой, не надо.
Опа! А, я понял. А, вот оно как. Я вспомнил. Все, ребят, извините. Я вспомнил, как оно работает. И, ну, немножко так. Сейчас игра должна пойти немножко красивее. Кто-то нас палит. Где-то спалились. Нам надо вон туда куда-то, да? Так, нажмите Escape, чтобы открыть меню заданий. О, кстати, походу это этот. Тени прошлого. Глаз Саурона и там что-то еще. Давайте тени прошлого сделаем активным. А здесь капитан нас какой-то палит. Вот он. 9-го уровня. Why would a Gondorian come here and try to murder all of the orcs? По-моему, он тут не один, мать его, а? По-моему, я на двух капитанов нарвался. All of us? Maybe the problem is with you. Маку. Так, Маку какой-то. Добыть сведения. Умелый охотник, ловушки. Мать твою, по-моему, я сильно нарвался. Преимущественный крас арбалет. Преимущественный захват. Ловушка. Блин, по-моему, я зря сюда. Выходи из кустов, брат. Уйда! Да твою ж мать! Так, надо куда-нибудь вот сюда. Иди сюда. Друг. Так, орки с сокровищами. Эти орки несут ценную добычу. Убейте их, чтобы заполучить их сокровища. Понял. Зря я, короче. Твою мать, он не вылазит отсюда. Чё за хрень? Походу багануло. Стрел нету. У, стой, стой, стой! Твою мать! Что за бред, сука? Что за бред? Ас! Где это говно, блядь? Так, как-то нам можно было там... Они... Сука, а? Как это?
Как они там оба, блядь, тусуются? Чё это за бред? Тайны прошлого. Ну почему-то не вылазит вот сюда. У меня осталось хп вообще хрен да ни хрена. Он по мне, блядь, стреляет. Ай, блядь. Так, пробел. Для атаки нажмите указанную кнопку, когда движущаяся вокруг окажется подсвеченным, блядь, чё. Фух, ё-моё, твою мать, кое-как запинал, какой-то бред, он забаговался здесь, сука. Я ничего не смог сделать, вот, блин, не смог показать красиво, конечно, но это просто жопа, если честно. Ну как-то здесь забаговался. Так, там, ага, здесь какое-то сокровище, орки с сокровищами. Немножко игра полагивает, конечно же. Хреново, хреново. Ну ничего, я надеюсь, мы исправим это. Нажмите пробел или что там. Удерживайте пробел. Ставить самоцвет. Так, какой у нас есть самоцвет? Для продолжения нажмите этот, это. Так, это что? Вставить самоцвет. Пробел. Вставили самоцвет. Так, ладно, мы вставили какой-то камень. Пойду еще пару челиков замочу, короче. Подняли они мне нерв, твари. Забаговались там в этом. Где тут урки? Блять, и ноги же... Как я ноги-то не сломал? Стрел нету. Вот оно как. Понятно? Опа-на. Ага.
руки тоже. Меня ж вроде не видно. Угу. Вот оно как, да, Михалыч. Так, что нам нужно? Это где? Это не здесь. Это где? Это вот тут. Получить сведения. Отметили цель. Теперь посмотрим. Так, погнали, это не то. Где основное задание? Так, где-то там был этот могильник, ну, по-моему, я не сюда куда-то пошел, ладно, по стене. Угу, вон туда мне надо. А спрыгнуть что? I recognize this place. I fought here ages ago. Seems quieter though. Так. Жесткая эльфийская ярость. Нажмите пробел. Найдено древнее сокровище Калибрим. Блять, я не прочитаю. Келебримбора, блять. Изучите воспоминания его чего-то там. Так, найдите древний могильник Калибримбора. Как, сука, язык сломаешь с этим блимбором сраным. Это просто жопа. Ладно, ребят, на этом пока что закончу. Я думаю, вот такая видюшка, если вам зайдет, не буду прям засирать мозг и себе компьютер. Отписывайтесь в комментариях. Всем пока.